Просто встать, мы встанем как бы по диагонали. Самый крайний будет вот здесь, вот два, где-то. Здесь кто-то стоит. Самый дальний будет там. Просто бойник по-другому поставить арму. На работе работаете? Я тоже. Пожалуйста, останься так, я тебя прошу. Ну, самый босс, ну, плиз. Ну, босс. Ну-ну-ну! До одного хп и все, ну серьезно. Питер атакует мид. Отпрыгиваю и руби его двойником. Да я пытаюсь. Да, это Лера. Проходит босс с фантом. Но это же не Dark Souls. Привет! Я не знаю, кто это спрашивал. Ну, привет. Кто спрашивал? С кофеином. Блин, я там сейчас спать хотела, но чувак переписывался. Thank you.
Над смайликом грузим. Наконец-то поймал. Пеймав! Ну где мы это поставили ушло полчаса назад? Неплохо, неплохо. Чувак. Ого! Привет, Випстов! Спасибо тебе за 2000 рублей, чувак! Каким тебя цветом написать? Випстов, привет! Спасибо! В этом... на ватмане. Там тебе гид хочет учать. Меня? Слушаю тебя. Слушаю. Гуид 88, а слушаю тебя. Это про мясо будешь говорить. Направо. Потом снова направо. А что, он уже приехал? Потом, вот там будет переход, да? Ну, то есть переход, ты из него выходишь. Вот переход, ты отсюда выходишь. Тебе нужно было вот так вот обойти, там будет шаурма и на углу, и у шаурмы на углу повернуть снова направо. То есть тебе как бы слева обойти переход, а потом повернуть направо. Ты в прошлый раз по улице повернул, а тебе нужно просто переход обойти как бы. Понял? То есть направо из вагона, направо из метро, а потом переход на, с левой стороны обходишь. Да идите. Если что, сфоткай просто, выйди и сфоткай, что ты видишь. Может, сегодня получится? Давай. Блять! А, нет, ладно.
Да ну... Сегодня будет Сильвершайн с ежиком и Бровян. Ну, кроме вас. А, ну и... Видимо, скорее всего, кузнец заедет. Что? Ну, он собирался. Ну, он собирался, да, ну как бы так, чисто. Вряд ли, мало ли там чего. Да идите. Мэтт писал последний раз, что он болеет. Ну, я тебе, короче, расскажу, когда приедешь. Что он там болеет, поэтому. А тебе ответил тот человек, который. Нет. Смайлики, что за смайлик? Я как-то, ну как бы я все смайлики могу представить, а вот как хайп будет выглядеть, не могу представить. Ну, сама как бы. Хз. На самом деле, знаешь, какое у меня представление о МГ? Вот такое, как это эмоджи. Да, гости приезжают, ну... Сильвершайн с ёжиком вот должны приехать. Гид... Кот там и все остальные... это... К вечеру. Переедрить от врагов.